Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Посмотрим на состав хозяев. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. То, что у этой команды сегодня будет преимущество во владении мячом, это несомненно. Но поможет ли это забить гол? Ну, учитывая, насколько хорошо они играют в пас, думаю, мы увидим немало опасных моментов, возникших в результате вот этой быстрой перепасовки. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Посмотрим на состав хозяев. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. То, что у этой команды сегодня будет преимущество во владении мячом, это несомненно. Но поможет ли это забить гол? Ну, учитывая, насколько хорошо они играют в пас, думаю, мы увидим немало опасных моментов, возникших в результате вот этой быстрой перепасовки. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Посмотрим на состав хозяев. Тактических сюрпризов сегодня не предвидится. Традиционные 4-4-2. Тренер выбрал проверенную схему. Классика. То, что у этой команды сегодня будет преимущество во владении мячом, это несомненно. Но поможет ли это забить гол? Ну, учитывая, насколько хорошо они играют в пас, думаю, мы увидим немало опасных моментов, возникших в результате вот этой быстрой перепасовки. Этот товарищеский матч для вас сегодня будут комментировать Георгий Черданцев и Константин Генич. Команды начинают эту игру. Поехали! Мяч ушел в аут. Ну, послушайте, надо больше тренироваться. Так вводить мяч в игру нельзя. Хорошо, в прессинге соперник сыграл и будет аут вбрасывать. Филипп.